Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Yumidigi раскрывает новые подробности о дизайне S2 Pro. Компания Yumidigi на днях представила проект смартфона Yumidigi S2 Pro, главной особенностью которого является экран с соотношением сторон 18 к 9. Главный тренд 2017 года. Аппарат заключен в цельнометрический корпус, на передней панели которого установлен 6-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Это означает 2160 пикселей на 1080 пикселей с очень узкими рамками. При таких нестандартных высоте и ширине инженерам и дизайнерам удалось добиться лучшего опыта общения с экрана, общения в социальных сетях и работе в мультиоконном режиме. Стоит отметить и другие особенности. Двойной модуль основной камеры, сканер отпечатка пальцев, антенные полоски в красном цветовом варианте подчеркивают плавный переход от полностью черной передней панели к цельнометаллическому корпусу. Технические характеристики Yumi S2 Pro включают в себя 8-ядерный чипсет MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ накопитель для хранения данных, двойную камеру Sony с сенсорами на 13,5 мегапикселей, емкий аккумулятор на 5100 мАч. Кроме того, Yumidigi тестирует возможность внедрения модуля NFC для функционирования Android Pay, но этот вопрос пока находится на утверждении. Появление в продаже S2 Pro планируется в октябре. Также к релизу готовится упрощенная версия S2. Следить за новостями об Yumidigi S2 Pro можно на официальном сайте компании.